Обычно легкоатлетические забеги выглядят очень яркими и массовыми спортивными праздниками. В этот раз людей на стартовой площадке было заметно меньше. Нет, интерес к бегу у горожан не пропал. Это организаторы стараются сделать все возможное, чтобы не спровоцировать новую вспышку заболеваний. В условиях пандемии в этом году мы и в этом месяце, тем более, мы сделали корректировку, и у нас единовременно на стадионе находится около 20 участников. Мы развели их по полу и по возрастам. Поэтому мероприятие проходит порядка 3-4 часов, но это ничего страшного, потому что главное – это здоровый образ жизни, это то, что люди имеют возможность раз в месяц выйти на беговую дорожку, пробежать свой километр здоровья со своей скоростью, в своем, как говорится, режиме. Петрозаводскому километру здоровья уже 2 года. Регулярные бесплатные забеги в первых числах каждого месяца помогают приобщить к спорту все больше горожан. Следующий забег уже в новом году. 1 числа есть очень отличная акция, которая называется «Побегай 1 января». И мы ни в коем случае не хотим, как организаторы «Километра здоровья», перехлёстываться или, ну, с этой акцией. И мы, скорее всего, «Километр здоровья» проведем на Рождество. Вот. А сегодня «Километр здоровья» проходит с новогодним настроением. Очень много ребят и участников, и родителей пришли в таких новогодних колпачках, получают на финише мандарины, и настроение сразу становится новогоднее. Вот целая семья в новогодних колпачках. Они бегут уже свой 3-й километр здоровья. Хотя на самом деле мама и папа бегут по 5 километров, а 5-летний Дима пока половинку. Для удовольствия. Мы очень занимаемся бегом. Участвуем в забегах постоянно. А километр здоровья – это, наверное, больше для Димы, чтобы соревновательный момент, чтобы он видел, что все бегут, и дети в том числе, чтобы бежал быстрее, стремился к победе. Родители стараются не зря. Дима растет спортивным мужчиной и в будущем хочет освоить другие виды спорта. Вообще я на плавание, на лойках, на лыжах бегать и еще на лыжах кататься. Кто-то уже вошел во вкус, а кто-то только начинает погружаться в мир спорта. 8-летний Юра сегодня бежит свои первые 0,5 километра. Волнуется. Но что нужно делать, он уже знает. Мама подсказала. Я пришел с мамой, мне немножко страшно, а пришел, потому что меня мама, ну, потому что я пошел на тренировку, и мне там сказал учитель то, что можно приходить вот заниматься, будет забег 500 метров. Я, наверное, выиграю, потому что мама говорит то, что это недалеко, ну, недолго бежать, то, что главное стартануть и быстро бежать. Юлия Степанова, Максим Зверев, служба новостей.